Ну что, пошли. Печь какая-то. О! Еще обезьяна? Она хотя бы выглядит не агрессивно. Кажется, она ранена. О, бедный зверек. Ты ранен? Кто это сделал? Другие обезьяны. Я не могу бросить тебя без помощи. Я тебя вылечу. Надо как-то тебя назвать. Ап. Хап. Хула-хуп. Юб. Я о тебе позабочусь, Юб. Для начала нужно разыскать где-нибудь чистую ткань для бинтов. А что ее искать? Вот, мы же постирали. Я с рогаткой в руках. Так, шкала пошла. Это когда заполнится, которая слева. Значит, это ж, может, апельсинку дать? Юб еще не здоров, он не будет есть. Да? А что ж? Что ж с ним делать? Ладно, пойдем. Так, заберем формочку. У нас тут где-то глина была. Вот. Вот это же гончарный круг. Обожженные черные изделия. Понятно. Так, тут у нас печка где-то была. Вот она. Это мехи. Они сделаны из дюгони кожи и двух деревянных ручек. Если мехи не работают, значит кожа прохудилась и нуждается в замене. Понятно. Помните, я говорил, что там вот... Это сломано. Так, тут надо... Кирпичики. Вот там вот... Должна туша лежать. Мы ее должны разделать. Так, это вилы какие-то. Это металлическая вилка. Монеты. Так, монеты. Это что, парусина? Деревянные вилы. Металлическая вилка. Здесь внутри выгравирована какая-то надпись. Похоже на стихи. Рядом с озером, путник, ты будь внимателен. Есть там красный металл под зеленой патиной. А меж лесом зеленым и соленой водою
возле каменной арки под крутою стеною найдешь белый металл, погребенный в песке, на пустом побережье от всех вдалеке. Ну так это ж имеется в виду вот те вот монетки серебряные, вот медные. Это, короче, можно сделать, я так понимаю, батарейку. Так, что там? Вот берем по Руси. Так. Серебряная монета. Нет. Так, так, так. Ладно. Сразу скажу, что нам надо сделать батарейку, чтобы заработала энциклопедия. Так, а это что за объект? Виноград. Так, это... Это сломано. Обезьяна. С радки по ней пульнуть. Я не могу просто прийти и расстрелять его. В конце концов, он же мне не угрожает. Да, это точно. Ай, сказал бы я, кто приходит и просто расстреливает. Это что? А, мельница. Ну да, мельчику предстоит ее отремонтировать. Оу, больно. Давай уберем это, а то еще кто-нибудь может пораниться. Интересно, а что нам свалилось? Кто-то бросил? Кто-то бросил? Обезьяна-то вроде нет. Где-то еще должна быть форма. Где-то должна быть глин, что-то наделать кирпичи. Ладно, пойдем. Пойдем, наверное, на берег. Так, вот здесь глина. Это у меня уже есть.
как ей.